Мы находимся на выставке ProDexpo, разговариваем с нашими гостями, партнерами. Сергей, вы большая розничная сеть. Расскажите, что у вас новенького в 2019 году? Могут ли чем-то удивлять розничные сети, кроме своего роста? Что какие-то технологические шаги, какие-то стратегические шаги, может быть, у вас наготове? Ну, я бы не сказал, что мы большая розничная сеть. И все-таки наш принцип – это лучше меньше да лучше. Мы не гонимся за количеством, так как федералы, а на сегодняшний день наша сеть насчитывает 59 магазинов, но мы стараемся брать и качеством, и услугами, и повышенным сервисом, ну и тщательно очень подбираем торговые локации. Как, если не у вас, спрашивать про покупательскую способность населения? Ощущаете ли вы действия, вот снижение покупательской способности на своих магазинах, и затронули ли вас НДС, который с 1 января поднялся? То есть чувствуете ли вот это влияние рынка, какое-то изменение конъюнктуры? С Нового года большинство поставщиков стали присылать уведомления о повышении цены, и это не только 2%, но и, как правило, там речь идет о 5-6, там, в некоторых случаях и до 10%. Как можем, стараемся сдержать рост цен. Ну, делаем все возможное, чтобы конечный покупатель не ощутил на себе поднятие розничных цен. А снижение покупательской способности не пугает вас, что придется, например, сокращаться? То есть у вас стратегия какая? Вы сокращаете издержки или вы все-таки, у вас экспансия, вы набираете количество магазинов? То есть стратегия куда? Защищаться или нападать? Сбалансированная стратегия и защита, и нападение. Например, в прошлом году мы открыли 2 магазина, но стараемся, чтобы наши ранее открытые магазины также были ребрендированы. И хотя на сегодняшний день слишком старых, так скажем, объектов у нас нет, но мы все равно, даже объекты, подвергшиеся ребрендингу или открытые не более 3 лет назад, мы стараемся обновить. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с нашими партнерами и гостями.